Подмосковные единороссы определили список из 47 наставников в проект «Политстартап». Их утвердили на заседании Президиума регионального политического совета «Единой России» 11 марта. Это депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители законодательной и исполнительной власти. «Политстартап» – это постоянно действующий кадровый проект партии. Его цель – привлечение, обучение и наставничество активной молодежи с последующим включением в процедуру предварительного голосования в рамках избирательных кампаний.